Телеграм-канал Самарского района сообщает, что абитуриенты региона могут отправить документы в ВУЗ для поступления по почте, заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Контрольный срок доставки для заказных писем и бандеролей до 6 дней. Важно правильно заполнять адресные строки, в том числе корректный индекс места назначения. Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России. Для максимально быстрой отправки документов в учебное заведение абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением. Курьер заберет посылку в удобном для клиента месте и доставит ее адресату. Отправка осуществляется по принципу «от двери до двери». Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко в своем телеграм-канале рассказывает о фестивале «На молодежной волне 2». Он прошел накануне вечером в районе и был украшен красками позитива, наполнен молодежной энергией и драйвом, яркими аккордами рок-музыки. Фестиваль стал сюрпризом для всех, кто пришел в сквер Устинова. На импровизированной сцене выступили исполнители разных поколений, начинающие, но уже блистательные вокалисты и профи, исполнению которых аплодировали концертные залы страны. Украшением фестиваля стала концертная программа молодежной кавер-группы «Ветер». Ветер перемен из города Безенчук. В департаменте городского хозяйства и экологии рассказывают о работах, которые ведутся на улице Гагарина. Там производится разлив битумной смеси и укладка ЩМА-16. Главная сфера применения щебеночно-мастичных смесей – асфальтирование городских улиц с интенсивным движением. Эту смесь все чаще используют и для устройства взлетно-посадочных полос.